Роспотребнадзор рассказал о мошеннических схемах в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают об активизации различного рода мошенников, которые играют на страхах потребителей в период пандемии коронавируса. В числе распространенных видов обмана специалисты называют продажи на условиях предоплаты, уникальных в кавычках товаров, особых фильтров, очистителей воздуха, лекарств и тому подобное. Для мошеннических схем злоумышленники часто используют разные аспекты сложившейся из-за пандемии ситуации, предлагая оплатить несуществующий штраф, сдать якобы обязательный платный анализ или услуги по поиску работы. Нередко преступники предлагают доверчивым пользователям перейти по опасным ссылкам в интернете и оставить свои персональные данные. Однако сотрудники полиции рекомендуют быть бдительными при совершении любых финансовых операций в сети. Обращая внимание граждан, что зачастую предлагаемые мошенниками ссылки отличаются всего несколькими символами. Только за минувшую неделю в Томской области от действий мошенников пострадали более 50 человек, которые перечислили злоумышленникам около 3 миллионов 700 тысяч рублей.